чтобы выбрать необходимый чертеж, кликаем на вкладку видео. Здесь все чертежи, в принципе, расположены. Кликнув на кнопку еще, открываются дополнительные чертежи. Чертежи постоянно обновляются, каждую неделю минимум. Раз в неделю добавляются новые чертежи. Для удобства поиска я также создал плейлисты, где можно выбрать интересующую вас категорию и в этой категории уже выбрать чертежи, которые вам нравятся. Ну, допустим, в категории чертежи модели самолета Второй мировой войны. Смотрите. Какой нам самолет больше нравится. Ну, допустим, возьмем Т-51 Мустанг, американский истребитель 92-й мировой войны. В начале ролика фотографии его настоящего самолета. Также можете кликнуть по информационным вкладкам. Ну и вот мы дождались нашего кода. Можем остановить видеоролик. В принципе, тут все указано. Перепишите код в адресную строку вашего браузера и скачайте чертежи. Вот. Как его переписать? Он никак не копируется. Для того, чтобы его переписать, создаем текстовый документ. Открываем его. И сюда вручную переписываем вот этот код. Вот. Вот здесь небольшая, может быть, загвоздочка, да? Вот, то ли это О, то ли это 0, ну, скорее всего, это О большая, это 0, да? Вот, но в некоторых случаях оно может быть стоять просто одно О в слове или 0. Тут можно запутаться, то ли это О, то ли это 0. Поэкспериментировав, набрав в коде и ту, и другую букву, думаю, минута дела, все будет нормально. О большая, и 0. Также еще хочу предупредить вас, что в этом коде иногда встречается буква И большое, и L маленькое, они прописываются абсолютно одинаково. Так что, если у вас с первого раза не получилось ввести код, как полагается, не расстраивайтесь, просто поэкспериментируйте, поменяйте буквы И на L, L на И, O на 0. То есть, ну, это уже, ребят, не от меня зависит. Коды выдаются автоматически. Так, копируем этот код. Открываем новую вкладку и вставляем ее сюда. Все, вставили, жмем Enter. Нас автоматически перебрасывает на Яндекс.Диск. Для чего я сделал такие вот коды, да? Как бы он более короткий, нежели я буду давать вот этот весь iadisk.sk/div/us. Вот это все гораздо труднее переписывать, нежели вот этот вот код. Ну, дальше мы попадаем на Яндекс.Диск. Чтобы скачать архив, просто кликаем скачать. Вас вытянет или же запросит, куда сохранить архив. У меня он автоматически сохраняется в определенную папку. Вот, пошла загрузка. Все, архив сохранился. Кликаем указать в папке. Вот наш архив. Если вы указали метод для сохранения, там ищите его. Так, чтобы разархивировать, соответственно, нам нужен на компьютере установлен архиватор. Думаю, подсказывать, что это такое, не имеет смысла. Так, разархивируем. Этот архив удаляем, он нам уже не нужен. Открываем и смотрим. Тут модели двух размеров. 2,5, 2,6. Вот такие вот чертежи здесь у нас присутствуют. В принципе, я считаю, чертежи довольно-таки качественные. Да, для того, чтобы просматривать чертежи, нужен любой PDF-просмотрщик. Если у вас он установлен на компьютере, можете, в принципе, скачать его, задав в поисковике программы для просмотра PDF-файлов, то вам будет. Вот такой. Вот, видите,
чертежи очень качественные. Тут еще есть один нюанс. Чертеж, он идет в масштабе 1:1. То есть, если это модель в размахе 2.5 метра, то представьте, какой это будет чертеж, да? Тут минимум будет 2 метра. То есть, это чертежи просто под распечатку на полтере. В некоторых чертежах я добавляю чертежи, разбитые под печать на А4, но не везде это есть. Я понимаю, не у каждого есть возможность доступ к плотеру, чтобы распечатать этот весь чертеж. Многие просто берут, разбивают чертежи на обычные листы формата А4 и распечатывают или у друзей, или же у себя. У многих сейчас есть принтеры. Вот потом этот чертежик собирают, склеивают, и у них получается большой чертеж. В общем, для удобства. Вот как это сделать, как разбить большой чертеж на листы А4, как его отмасштабировать, допустим, не каждому нужна модель 2.5 метра, кому-то надо 1.5 метра. Вот как это сделать, как отмасштабировать чертеж, как разбить его на листы А4, как распечатать, я вам расскажу в следующем видео. Так что подписывайтесь на мой канал. Вот. Ну вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать по тому, как пользоваться этим каналом, как качать чертежи, как их искать здесь. Думаю, информация полезная. Всем спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.